Добро пожаловать на занятия по теме «Культура и коммуникация». Мне очень приятно быть с вами. В паре со мной будет преподавать моя супруга, с которой вы в ходе нашего общения еще познакомитесь. А пока я благодарю вас за интерес к этому курсу и надеюсь, что он вам понравится. Данный курс носит практический характер. Он призван помочь нам в ежедневном общении не только, скажем, с соседями, возможно, представителями иной культуры, жителями иной страны, если мы отправляемся за границу, но и с супругами. Своим студентам я обычно говорил, что самый большой опыт межкультурного общения — это супружеская жизнь. Семейные люди меня наверняка поймут. Ведь именно брак выявляет множество различий, о которых супруги даже не подозревали. Что с ними делать? Иногда они становятся причиной конфликтов, иногда вызывают отчуждение. Кто-то, сталкиваясь с проблемой, предпочитает молчать, а кто-то готов ее обсуждать, пытаясь осмыслить различия и понять другого человека, что помогает двигаться дальше. Межкультурное общение также способствует более эффективному решению проблемы отцов и детей. Большинство здесь присутствующих выглядит довольно молодо. Это мой вам комплимент, и делаю я его совершенно искренне. Насколько хорошо вам удается общаться со старшими поколениями? Ведь и это межкультурное общение, если определять его широко. А коллеги по работе? А ваши дети, более молодое поколение? Чем они отличаются от вас? Каким должно быть общение с ними, чтобы вы смогли понять молодежную культуру? Такова практическая направленность курса. Обширной теории здесь не будет, с изобилием терминов и понятий. Курс призван помочь нам сегодня, на следующей неделе и в следующем году. Все культуры, племена, этнические группы либо способны понять друг друга и, следовательно, жить в мире и гармонии, либо не способны найти общий язык, что, как правило, ведет к конфликтам и даже войнам, то есть вызывает разного рода проблемы и сложности. Причина этого чаще всего непонимание. Приведу пример. Когда бывший руководитель вашей страны Никита Сергеевич Хрущев прибыл в Америку, он сделал то, что с точки зрения вашей культуры является позитивным, дружеским жестом. Он сделал так, стоя на трапе самолета. Итак, вот что увидели американцы. В русской культуре, насколько я понимаю, это жест дружбы. Вы нам симпатичны. Давайте дружить. Такое значение, правильно? В Америке тот же самый жест означает «мы победили». Победа за нами. Вы проиграли. Вот смотрите, как обычный жест, просто жест, без всяких слов, способен вызвать коммуникативный сбой. Понятно, что во всех американских газетах фото Хрущева появилось под заголовком «Хрущев победитель» или что-то в этом роде, прямо на первой полосе. Естественно, у всех культурно неосведомленных американцев к лидеру вашей страны возникла антипатия. Они подумали, что он приехал, чтобы навязывать им свои порядки, восприняли его как угнетателя. Тогда, как понятно, Хрущев был ориентирован на дружеское общение и диалог, взаимопонимание и мир. Все это в совокупности. Как быстро все меняется. Как быстро возникает непонимание и осуждение другого человека. Надо сказать, что американцы не поинтересовались, что этот жест означает в вашей стране. Мы тут же решили, что нам все понятно. Однако, так и не уяснив истинное значение жеста, мы приписали ему неверный смысл и тут же отреагировали неприязнью. О Хрущеве стали отзываться отрицательно, к сожалению, потому что прежде стоило разобраться. В семьях такое, увы, тоже бывает. Непонимание возникает и на межгосударственном, и на межличностном уровне. Так вот, настоящий курс призван помочь нам научиться достигать взаимопонимания
в культурном контексте диалога разных поколений, в контексте внутрисемейного, коллегиального общения, а также общения межкультурного, межэтнического. Для начала разрешите мне процитировать ветхозаветного пророка Исаию, поскольку сегодня речь пойдет о том, как мы можем послужить друг другу, своим супругам, людям старших поколений, друзьям и коллегам, а также своим родителям и детям. Итак, книга пророка Исаии, глава 41. Понятно, что это обращение пророка к народу израильскому. Но, думаю, те же слова прозвучат сегодня столь же актуально и для нас с вами. Исаии 41, начиная с 9 стиха. «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Здесь я хотел бы выделить два момента. Бог призывает нас быть Его служителями. И неважно, кто мы, сколько нам лет, какого цвета наша кожа, какой мы национальности, всех нас, взятых от концов земли, Бог призывает служить Ему. Он говорит, что избрал нас и не отвергнет нас. На мой взгляд, одно из самых беспощадных, самых мучительных слов в английском языке — слово «отвергать». Подумайте об этом применительно к собственному опыту. Вспомните самые трудные моменты своей жизни. Для большинства людей это моменты, когда их отвергали друзья, родители, возможно, супруги или дети. Бог не отвергает никогда. Мы Его дети. И Он призывает нас служить Ему. «Я избрал тебя и не отвергну тебя». Вот такую твердую уверенность дает нам сам Бог. Мы Его чада, и своих чад Он не отвергнет никогда. Давайте же с этой уверенностью идти вперед. С чего же начать разговор о культуре, о ее понимании? В качестве введения предлагаю вам одну историю. Раздаю ее вам в распечатанном виде. Это притча. Притча об обезьяне и рыбке. Я прочту ее вслух, а вы можете просто следить за мной по тексту. После этого я задам вам несколько вопросов по ее содержанию. Итак, это история об обезьяне и рыбке. Случилось так, что во время шторма обезьяну сильным ветром вынесло на остров. Ей ничего не оставалось, как переждать непогоду в тихом, спокойном и безопасном месте. Устроившись поудобнее, она вдруг заметила рыбку, отчаянно плывшую против течения. Сомнений не было, бедняге трудно, и ей нужно помочь. И добросердечная обезьяна тут же бросилась на помощь. Свистнув над водой с непрочной, едва выдерживающей ее ветки, обезьяна протянула лапу и выхватила несчастную из бушующих вод. Быстро достигнув своего убежища, спасительница осторожно положила рыбку на сухую поверхность. Какое-то время та прыгала от счастья, но потом безмятежно уснула. Переполненную чувством выполненного долга обезьяну охватила глубокая внутренняя радость. Она не оставила рыбку в беде. Спасательная операция удалась. Итак, что вы можете сказать об обезьяне? Ваши мысли, наблюдения по поводу этого персонажа?
So it seems that monkey, судя по всему, обезьяна really существо доброе и искреннее, которое от всей души желает помочь нам, а точнее рыбке. Подчас и мы ведем себя примерно так же. Нам кажется, что мы действительно оказываем помощь и даже не осознаем, что на самом деле заблуждаемся. Почему-то мы всегда убеждены, что поступаем правильно. Итак, у обезьянки были благие намерения. Она желала добра. Вопрос лишь в том, как эта ситуация выглядела для рыбки. Это мы еще обсудим. Ольга, дополните, пожалуйста. Думаю, у обезьянки было свое понимание того, что является благом для другого существа. И, исходя из этого, она старалась изо всех сил, стремясь помочь рыбке. А откуда у обезьяны представление о том, что для рыбки благо, а что нет? Лучшее место — это суша. Да, для обезьяны все именно так. Следовательно, она предположила, что? Какое допущение она сделала? Что рыбке будет хорошо на суше. Да, ей там будет комфортно и безопасно. Да. И значит, все будет хорошо. Таким образом, предположение было таким, что хорошо для меня, то хорошо и для рыбки. Правильно? Правильно. Что еще можно сказать об обезьяне? Она смелая и отважная. Она рисковала жизнью. То есть не просто имела доброе намерение, но и воплотила его. Причем с риском для жизни. Это был смелый поступок. Действительно, надо отдать ей должное, не так ли? Она не просто подумала, что стоило бы что-то предпринять. Не просто обозначила свое желание, но и воплотила его. И да, вы правы, рискуя собственной жизнью. Итак, она была смелая, отважная обезьяна, которая не замедлила прийти на помощь, когда увидела, что кто-то в ней нуждается. У этого персонажа, несомненно, есть прекрасные качества, положительные черты. Еще наблюдения есть? Как обезьяна истолковала то, что рыбка билась о землю, а потом утихла? Как она это поняла? Эта фраза вызвала у меня улыбку. Рыбка прыгала от счастья. Наверное, это все-таки было не счастье, а предсмертная конвульсия, агония или что-то в этом роде. Тогда почему обезьяне показалось, что это было выражение радости и восторга? Ну, видимо, рыбка била плавниками и в целом жестикулировала, так сказать, примерно так, как это делаем мы. Радостно машем руками и тому подобное. Вот почему эти действия обезьяна восприняла именно так. А когда рыбка затихла и безмятежно уснула, разумеется, она успокоилась, уснула. Обезьяне в голову не пришло, что та могла умереть. То есть обезьянка до последнего исходила из собственного понимания ситуации, всего того, что происходило. Совершенно понятно, что все ее действия виделись обезьяне благими, что зачастую делаем и мы с вами. А теперь вот какой вопрос. Давайте представим, что рыбка умеет говорить и может что-то сказать обезьяне, прежде чем погрузиться в тот самый безмятежный сон. С какими словами, по-вашему, она обратилась бы к спасительнице? «Ага, оставь меня в покое, не надо меня спасать, Виталий». А на людях такое говорить можно? Конечно, рыбка отреагировала бы резко отрицательно. Сразу представляешь, что подобное происходит между людьми. Как на это может реагировать человек? Наверное, не без определенной степени агрессии, в зависимости от культурных особенностей и эмоциональности человека. Да, наверное, рыбка прокричала бы: «Полоумная! Кретинка! Что ты творишь? Отстань! Брось меня обратно! Прекрати!» При этом, да, проявляя себя довольно резко, агрессивно и даже гневно. И вот теперь, когда обезьяна слышит все это в свой адрес, как вы думаете, как она на все это отреагирует? Неблагодарная рыбина. Я ее спасала, а она мне в ответ такие гадости. Думаю, так и было бы. Получился конфликт. Появилось разногласие. Между рыбкой и обезьянкой возникла неприязнь. А началось все с благих намерений, но неверно истолкованной ситуации. Обезьяна желала добра и блага, проявила смелость и отвагу,
А у рыбки были все основания для расстройства. Они начинают общаться, но никакого диалога не получается. Это жизнь. Причем неважно, в какой роли мы выступаем, обезьяны или рыбки. Иногда мы та самая обезьяна. Подобные ситуации наверняка были в жизни у каждого, ведь правда? А иногда мы рыбка. Конечно, это только притча, но она позволяет нам понять, что подчас происходит в общении между людьми, когда в нем нет ясности. По завершении вводной части мы посмотрим на этот процесс несколько подробнее. Затем мы обратимся к вопросу о культурных различиях, посмотрим, что такое конфликт и каковы способы его разрешения в разных культурах, а после этого, в заключительной части, попытаемся определить, что значит служить друг другу. Этой темы мы тоже коснемся.